Что делать? Это ваша, он дверь выломал! Ёхарный, Брэндон, что ты тут делаешь? Охренеть, ты его с самолета сбросил, чувак, что творится? Ну, капец, я вообще не знаю, как ты вообще разобрался с этой фигней. Давний друг Брэндона, давний друг. Тут уже, смотри, люди собрались, смотрят на тебя, Брэндон, тут тусовку устраиваешь. Ты что такое говоришь, что сейчас тебе лицо сломает? Окей, да. Оу, что, мне уже заходить? Ладно. Доктор, вы не хотите вести анестезию, доктор, а? Где? Что со мной случилось? О, доктор, как прошла моя операция, доктор, что вы там делаете? Доктор, как моя операция? Мистер Донг? Доктор знает русский язык? Я не пойму, что происходит. Мистер Донг, как операция? Все хорошо? Я, кажется, вижу двумя глазами. Что? Я Джеймс. Джеймс Бомж. Мистер Донг. Думал, обманешь меня? Что значит обманешь? Я не думал, кто такой это мастер. Я Джеймс Бомж, да? Я кажется, слышу голос Томаса. Мистер Донг, что вы несете? Что, сразу поняли, что это я? Что, я не мастер, боже, что вы несете? Что, каких ФСБ, что ты несешь, мистер Донг? Что ты, черт подери, несешь, а, мистер Донг? Да, Вася, я больше не обижаюсь на тебя. Что? Брэндон, помоги! Брэндон, да, с Джеймсом, это я, Джеймс, я же здесь лежу. Брэндон, что? Как сдох я здесь, Брэндон? Брэндон, ты что, меня не видишь? Томас, я же здесь! Томас, вы что, меня не видите? Я тут рядом! Брэндон! Ты почему меня псиной назвал? Почему он меня псиной называет? Томас! Томас, ты что, меня не узнаешь? Боже, что происходит, мистер Донг, что происходит? Боже, почему не называют меня псиной, что происходит? Где Джеймс? Что происходит? Что происходит, боже мой, это что, я? Не может такого быть. Ну как же я все вижу, это не поддается логике. Да, точно, я лежу там, неудачная операция, говорю же. Что такое, неудачная операция? Он же обманывает! Брэндон куда-то уходит! Томас, Брэндон, остановитесь! Как она могла быть неудачной? Томас, Брэндон! Это же вот, я же здесь! Зачем ты на меня орешь? Что-то кто там? На столе не настоящий, я лежу, я здесь, Брэндон! Брэндон, я здесь! Ну же, Брэндон, как же произошло? Да я здесь, Брэндон, ну не уходи ты! Брэндон, куда ты уходишь? Я же тут! Это не я лежу на столе, не я, Брэндон, я здесь! Брэндон, ах ты урод! Что ты со мной сделал, урод? Что ты сделал со мной? Почему меня никто не слышит? Иди полюбуйся, что, куда? А, как же мне тяжело еще переползти. Ой-ой-ой, сейчас к зеркалу. Посмотрю на себя. Давай. Опа. Что за фигня? Я стал собакой? Что? Мистер Донг? Что значит зашил? Тело собаки, мистер Донг, что ты сделал? Оу! Мистер Донг, какого хрена? Я хотел 14 лет назад. Боже, он все-таки сделал это. Он сделал меня собакой. Поэтому он, наверное, я не могу говорить. Наверное, я все это время не говорил, а всего лишь думал о том, что говорю. Боже мой. Теперь ты будешь моей сучкой. Что? Что ты, черт подери, такое несешь, идиот? Я держу тебя покусаю. Что у тебя? Что? Что ты сделал с ними? Урод! Я тебя покусаю. Я сейчас тебе такое устрою. Мало сил. Иди сюда, какой умный песик. Жри кость, тварь. Что? Кость. Кость, хочу кушать. Я так сильно слаб. Сейчас съем, и может не станет чуть получше. Урод, я тебя сожру, я тебе горло перегрызу во сне, ты понял? А теперь полюбуйся, какого человека мы нашли. Один в один ты, я поражен. Охренеть. Действительно, он еще и мою одежду на него нацепил. Как же тяжело передвигаться, как они такую операцию провели. Вот зачем ему нужно было в США меня отправить, да? Он хотел сделать из меня собаку. Как тогда, когда притворялся пряником. Сраный мистер Донг. Урод, зачем? Зачем все это? Как он узнал? Кто-то из ФСБ слил информацию на меня? Не может такого быть. Жесть.
Мы отправились на кладбище. Я еще не знал, кого мы будем хоронить, но стоило мне догадаться. С мной был Брэндон, Томас, мистер Дон и священник. Эти уроды хоронили меня. Ну, как уроды. Все, кроме Брэндона, ну и святого отца. Мистер Дон все подстроил. Я видел свой труп, лежащий внизу. Я понимал, что это не я. Я понимал, что это был всего лишь фейк. Но для меня было недостаточно того, что я это знал и мистер Дон. Я хотел, чтобы Брэндон, мой друг, понял это. Как вы поняли, мне уже стало легче. Я приходил все еще в себя, мне недостаточно было сил. Думаю, 1-2 дня я смогу перегрызть этому уроду глотку. Томас сегодня надел какие-то странные шмотки. Опоздал. Но выглядел, кстати, он достаточно хорошо. Они все пришли, чтобы меня похоронить. Но это был не я, какого хрена? Почему меня хоронили? Брэндон, я не мог так просто умереть. Как ты этого не понимаешь? Брэндон, боже. Брэндон, это же я. Мы же с тобой многое прошли. Брэндон, посмотри на меня. Брэндон, ну что ж ты смотришь не на того меня, не на настоящего? Они начали кидать цветы. Грязь, землю. А мистер Дон меня еще и ударил, тварь. Они закопали фейковый труп и куда-то отправились. Я хотел сбежать от мистера Донха и уже начал давать дёру. Но так как я был еще слаб, я делал достаточно медленно. Мистер Донх сразу дал понять, что мне не стоит убегать. Я понял, что сейчас с ним лучше не шутить, дождаться, когда я смогу отомстить. Чуть позже мы отправились на какую-то хату. О, странное место. Когда придет этот Брэндон, кажется, они что-то обсуждали. Они уже были достаточно бухие, поэтому я подумал, что надо попробовать свалить. Пока они не видят, надо попробовать свалить. Я побежал. Побежал дальше. Я думал, что на лестничную площадку вырулю, но тут Брэндон. Кажется, он меня узнал. Нужно бежать дальше, потому что мистер Дон сказал ловить меня. Я бежал как можно было сил. Они пытались меня догнать, но я убегал. Я хотел свалить от них по крышам, здесь, сюда, как удобно быть собакой. Но, к сожалению, я добежал до края крыши. Они были сзади меня втроем. Я развернулся. Я понял, что бежать мне некуда, и, видимо, всю жизнь я буду под гнетом мистера Донха. Я решил только одно. Просто сделать шаг вперед. Ах вы, тварь, хотите зашить меня в тело собаки, да? Хотите зашить меня, тварь, на, получи, тварь. Ах вы, твари, все толпой напали. Помогите, пацаны, вы где там, ё-моё? Так, ну, сраный так ран, на, получи. Ах, блин, сбоку меня ударил. Тварь, ну-ка, получай. Хотел меня в собаку зашить, да? В собаку хотел меня зашить, тварь, да? Ну-ка, получай. Получай, оба. Опа, хоп, вали нафиг этих врачей. Фу, так, погоди, стой, нужно разобраться, чуть не понял. Фу, Брэндон, ты меня понимаешь, Брэндон, брат, ты, Брэндон. Брэндон, это ты, чувак, боже, ты меня слышишь, Брэндон. Брэндон, как я выгляжу, я собака? Гав-гав, Брэндон, гав-гав. Брэндон, боже мой, Брэндон. Брэндон, Томас, привет, ё-моё, твою мать, ё, боже мой. Я думал, я сойду с ума, это, походу, был всего лишь сон. Мне приснилось, что мистер Донг зашил меня в собаку и издевался надо мной. О, боже, этот сон был такой реалистичный, только вы никому не рассказывайте, мне страшно. Брэндон, можно платить чувакам, кажется, я случайно на них напал. Sorry, doctors, please, we paid, it's shock, you understand? Money, yes, more money, Брэндон, more. Еще им дай денег, Брэндон. Так, надо посмотреть на себя в зеркало, как я выгляжу, то ё-моё. О, ёпарас, это что, я что ли? О, боже мой, как ужасно я выгляжу. Ладно, нормально. Доктор, когда можно будет снять повязки? Брэндон, объясни ему, что там. Когда можно будет снять? Брэндон, ё-моё. Я же по-английски-то какая-то, это, Леонардо. С Леонардо, говорите, говорят, вот с этим, с Леонардо. Так, что там, доктор, что там такое-то? Через 12 часов. Через 12 часов, все, ух, блин, Брэндон, ух, жесть, нет. Че, может, погнали ко мне? О, да, мы у тебя еще не были, Томас, было бы неплохо бы у тебя потусить. Ух, страшное место. Вот здесь, смотри, Брэндон, здесь, короче, была клетка, да, я такой, значит, здесь сидел в моем сне, да? Ты подошел такой, я такой, Брэндон, помоги, Томас, вы такие уходите тоже. Томас тоже, кстати, сказал эту фразу, типа, погнали ко мне, типа, все такое. А потом кладбище, похороны, ты че? Ой, забейте, я не знаю, у меня это... У меня просто, мне очень плохо, чуваки, операция была без... Ну, чувак, Томас, ты подумай сам, мне операцию делали без анестезии, я упал без сознания от болевого шока, возможно, типа это, возможно, я вообще, типа, да, я понимаю, у меня такие кошмары были, я думаю, что я умру реально, вот, я во сне суицидный, у меня, типа, вообще жесть там случилась, реально, я просто сбрыгнул с крыши, у тебя в жизни столько дня произошло, что ли, да я не знаю, чувак, я не знаю, не так много, у меня, на самом деле, неплохая жизнь была, ну, ты сам понимаешь, я тебе говорил, у нас с тобой похожие жизни были, Брэндон, судя по тому, что мне рассказывал, помнишь, что я там у Берды сидели, все, мы уходим. Все,
все, гудбай. Да не думаю, что сны отражают реальность. Это просто было безумие какое-то. Забей. Просто, знаешь, кошмар приснился, кошмар. Потому что, может, мне было реально плохо из-за операции и всего остального. Ну и кошмар. Накатило так все, понимаете, чуваки, накатило. И, соответственно, это... Так, ладно, я думаю, пора убираться из этой больницы. Мне уже здесь немного тошнит. Но вообще, на самом деле, не знаю. Как, я надеюсь, я буду видеть вторым глазом. Будет очень круто, если так получится, блин, да. Надеюсь, операция... Ну, вроде бы доктора скажут, что все окей. Через 12 часов просто снять повязки, и все будет круто, да? Блин, ну, я надеюсь, что действительно все прямо замечательно. Надеюсь, давай. Открывай, спасибо. Так, чуваки, давайте не торопиться, у меня немножечко голова подкручивается. Так, Брэндон, скажи ему еще фразу-то коронную, типа. Вот, это нашего, типа, это. Ну, ты знаешь, какую, да? Вот, да. Пароль сказал. Гудбай, да, гудбай. Слышишь, Брэндон, ты когда-нибудь пробовал, типа, яйца барсука, а? Да, кого? Ну, типа, яйца барсука. Слышал что-нибудь об этом, типа, Брэндон? Какие... Ой, Брэндон, что такое? Яйца... Ну, яйца барсука, Брэндон, яйца барсука, да. Джейн, ты с ума сошел? Да, блин, вам бы такую операцию сделали, вы бы тоже с ума сошли. Может, Томас у вас здесь готовят где-нибудь яйца барсука, Брэндон? Не готовят? Нет, ну ладно, я понял. Забейте, это просто... Так, куда нам-то идти, Томас? Показывай дорогу, да, показывай, куда нам идти. О, да. Так, алло, Лина, да. Привет, Джеймс, ты уже прилетел в Москву? Нет, еще не прилетел, Лин, в Москву, еще все еще здесь, в США, да, все еще тут. А что такое, что беспокоишься там? Что, у меня просто операция была, понимаешь, операция небольшая была тут. Такая, всем маленькая операция была, маленькая, малюсенькая, да? Операция, операция. Да ты не переживай, все уже хорошо, операция закончилась, все в порядке, все нормально, не переживай тут. Сложное, просто оборудование было специальное только здесь. Да, все, сейчас все уже лучше, блин, не переживай, да, все хорошо, да. Фух, вот, ты как там, типа, все нормально? Типа, у меня-то сейчас все более-менее пойдет, да. Да не переживай, скоро уже буду в Москве, да. Ладно, блин, я очень сильно скучаю по тебе, приеду, может... Увидимся. Тоже скучаешь? Ну, рад это слышать. Там детям привет передавай, все, давай. Все, меня уже ребята ждут. Все, всего доброго. Давай, Лин, пока. Да, ребят, я уже иду, подождите.